«Век с отличием». Под таким названием в школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова в 2022 году проходят различные мероприятия, посвященные значимой дате в истории школы – 105-летнему юбилею. Основное торжество прошло во Дворце культуры. Вообще юбилеем считается весь 2022 год, и серию мероприятий мы уже проводили. А это, ну, такое вот заключительное мероприятие, которое подводит итог пятилетней деятельности школы с прошлого. Вообще наше сегодняшнее мероприятие называется «Век с отличием». Это замечательное название мы позаимствовали у Душина Михаила. Он прислал нам видео поздравление, оно будет звучать в течение стихотворения, и мы позаимствуем. Замечательно. Прошлый юбилей век 100, но я считаю, что мы с отличием прожили 5 последних лет. И сегодня мы покажем, расскажем, чего мы достигли за эти 5 лет, дети. Но все юбилеи, которые вот на пятерочку заканчиваются, мы празднуем менее так пышно, менее глобально. Сегодня у нас такой семейный праздник. В зале присутствует очень много детей, председатели родительских комитетов, учителя, конечно, ветераны, почетные гости. Очень многих детей сегодня будут награждать. Я очень надеюсь, что все будет замечательно. А школе я, конечно, желаю развиваться и дальше. Желаю и очень хочу, чтобы в школу приходили новые молодые учителя, чтобы школа пополнялась, чтобы в школу приходили дети, и чтобы наша школа гремела не только в нашей области, но и по всей России. Школа учит нас не только грамоте, чтению и счету, дает знания в разных областях, но и развивает творческие и спортивные способности. В стенах школы раскрываются таланты. Здесь усваиваются уроки воспитания, дружбы, уважения и патриотизма. На юбилейном мероприятии наградами были отмечены учащиеся за большой личный вклад в достижение высоких результатов школы. Учителя представили награжденных как «Золотой фонд школы». За 5 лет, прошедших с прошлого векового юбилея, у образовательной организации было много ярких событий, о которых собравшимся в зале рассказала директор школы Лариса Владимировна Смирнова. Добрый день! С прошлого юбилея, когда мы праздновали 100-летие школы, прошло 5 лет. С одной стороны, всего лишь 5, с другой уже 5. Много это или мало? Предлагаю отправиться в путешествие или путь длиною в 5 лет. Этот путь служит укреплением традиций и развитием школы. Традиции нашей школы являются формированием здорового образа жизни учеников, развитие спортивных талантов детей. Наши команды – победители и призеры региональных соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, фитнес-соревнований. Главным событием 2021 года стала победа нашей команды в региональных соревнованиях «Шаг к большому футболу». А осенью этого учебного года мы открывали построенное в летний период футбольное поле. Это был главный приз от компании «Новатек» на сумму 4,5 миллиона рублей. Наличие нового футбольного поля позволило открыть дополнительные футбольные секции для юношей и девушек. За любыми событиями стоят реальные люди. Возглавляет спортивную работу руководитель школьного методического объединения Блохина Елена Николаевна. За лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди общеобразовательных организаций Костромской области в 2021 году. И отдельные слова благодарности мы говорим тренеру нашей команды Скобелеву Эдуарду Дмитриевичу. В 2015 и 2022 годах годы принесли нашей школе победу в городской игре «Зорница». Наши капитаны команд 2019 год Сорокин Иван, 2022 год Смирнов Сергей. Команды «Зорничников» в разные годы готовили Александрова Ольга Сергеевна и Виноградова Наталья Николаевна. 2021 года наш школьный спортивный клуб зарегистрирован во Всероссийском перечне школьных спортивных клубов. Сохранение двух
традиции способствуют развитию школьного музея. Мы заняли первое место в области и награждены дипломом третьей степени и сертификатом на 200 тысяч рублей как призер всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» в Центральном федеральном округе. Городского школьного музея. В 2021 году наш школьный музей включен в реестр школьных музеев Российской Федерации. Руководит музеем опытный и увлеченный своим делом коллега Рок Валентина Егоровна. Активную внеклассную работу с детьми является призером регионального этапа всероссийского конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. Кроме приумножения устойчивых традиций, наш путь нацелен и на развитие. Зная, что в Костромской области востребованы IT-специалисты, мы активно включились в федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 21 сентября этого учебного года на базе школы открыт центр цифрового образования IT-куб. Обучение ведется по 6 программам дополнительного образования. На данный момент центр посещает 375 детей нашего города. Активно решаются задачи по обучению детей навыкам проектирования, написанию программ, ведению просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности. Реализуемые программы позволят выйти на новый уровень организации дополнительного образования в области обучения детей IT-технологиям. Мы раздвинули границы образовательного пространства, представили нашу школу, город и область на форуме Центрального федерального округа. С открытием Центра цифрового образования школьники получили возможность заниматься в новой шахматной гостиной. Шахматная школа работает в течение года, каникул, организации досуга во время перемен. Шахматная гостиная расположена в рекреации Центра. А руководит школой Смирнов Александр Львович. Спортивного судьи. В 2021 году команда школы заняла третье место в областных соревнованиях по шахматам «Белая ладья». В 2022 году Иващенко Екатерина заняла третье место в личном первенстве. Надо отметить, наши дети соревнуются в этих турнирах с школами Олимпийского резерва. Два года подряд мы становимся лауреатами областного конкурса «Учитель года». В 2021 году лауреатом областного конкурса «Учитель года» стал Александрова Ольга Сергеевна, учитель иностранного языка. В 2022 году Березина Анна Викторовна, году Смирнова Лариса Владимировна стала победителем областного конкурса и финалистом всероссийского конкурса «Учитель года». В 2017 и 2021 годах Смирнова Лариса Владимировна и Ершова Анна Юрьевна одержали победу в конкурсе лучших учителей и стали обладателями федеральных наград. Большое внимание уделяется профориентационной работе. Нами разработан проект «Вклад в свое будущее». Формирование предпринимательских компетенций старшеклассников посредством проектирования индивидуальных образовательных траекторий. В рамках работы по проекту внедрено персонализированное образование с использованием платформы от Сбербанка. Совместно с Буйским техникумом градостроительства и предпринимательства мы внедряем программу дополнительного образования. В 2020 году с данным проектом мы участвовали в федеральном грантовом конкурсе и на развитие проекта получили субсидию чуть более 1 миллиона рублей. Планировочные деятельности проводятся в
тренинги. Детьми разрабатываются конструкторские проекты. Один из таких проектов в 2019 году и была разработка макета Центра цифрового образования. Двумя нашими учениками, а теперь уже выпускниками, Сорокиным Игорем и Смирновым Кириллом. Из федерального и регионального бюджета в школу поступило оборудование на сумму более 11 миллионов рублей. Школы под помещение центра произведен за счет муниципалитета на сумму более 5 миллионов рублей. Наши дети становятся победителями и призерами интеллектуальных и творческих конкурсов. В 2022 году победителем финала регионального этапа Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады школьников «Умники и умницы» стала ученица 10 класса Смирнова Надежда. Учитель истории Гресина Анна Викторовна. В 2020 году Бурнашов Артем одержал победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Педагог-наставник Йокса Любовь Ивановна. В 2019 году Грегу Иван стал победителем областного конкурса «Ученик года». Учителя Смирновой Галины Геннадьевны, мы не боимся выходить и на международный уровень. В третьем проекте по изготовлению праздничных открыток и поздравлению школьников Индии, Великобритании, Канады, сотрудничество с Дарвардским университетом Великобритании и участие в конкурсе проектов, таких как «Дар», «Жемчужина» Северо-Востока Англии. За 5 лет нашего пути школу окончили 24 выпускника, награжденных медалью за особые успехи в обучении. История нашей школы бережно хранится. В 2019 году авторским коллективом под руководством Надежды Анатольевны в издании вышла книга «День признания в любви», посвященная памяти заслуженного учителя Рудольфа Александровича Наумова. Для педагогического сообщества и детей школ России выпущены книги, относящиеся к учебной литературе, автором которых является Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии. Наш опыт признан профессионально и общественными сообществами города и области. Фамилии 4 педагогов были занесены на доску почета города Буй, а в декабре 2021 года команда администрации школы заняла 1-е место в областном конкурсе управленческих команд. Меняется время. Приходят новые ученики. Родную школу покидают выпускники, но неизменным остается наша визитная карточка – высокое качество образования. И мы надеемся, что наши выпускники с гордостью носят и будут носить звание «Выпускник 13-й школы». А через 5 лет мы надеемся встретиться в этом зале и рассказать о еще больших успехах и достижениях. С юбилеем, 13-я школа! Наград удостоены Елена Николаевна Блохина, Александр Львович Смирнов, Анна Викторовна Березина, Екатерина Алексеевна Зырина, Светлана Александровна Воскресенская, Галина Геннадьевна Смирнова, Галина Сергеевна Наливалкина, Татьяна Леонидовна Любимова, Анна Юрьевна Ершова, Татьяна Александровна Белькова, Валентина Егоровна Рок, Любовь Владимировна Останина, Ольга Викторовна Ларшина, Наталья Владимировна Турковская, Ольга Сергеевна Александрова. Поскольку мероприятие проходило в наумовские дни, то по традиции многое говорилось о Наумове Рудольфе Александровиче. Заслуженный работник образования Костромской области, до недавнего времени директор 13-й школы, ныне директор Буйского краеведческого музея имени Тамары Васильевны Ольховик Надежда Анатольевна Шмидт, делилась воспоминаниями о том времени, когда школой руководил Рудольф Александрович. Уважаемая 13-я школа, поздравлять родную школу с юбилеем – это очень почетное и приятное поручение. Тем более, что в качестве ветерана педагогического труда школу с юбилеем я поздравляю первый раз.
И начну я свое выступление с притчи. Притча называется «День для признания в любви». Ровно так называлась и называется книга, которая посвящена нашей школе, истории нашей школы через судьбу одного очень замечательного человека. Спросили ученики у своего учителя, а что это за день признания в любви? И ответил мудрый учитель, это один день в неделю. Долго пытались понять ученики, перечисляя все дни с понедельника по воскресенье. И только один ученик молчал. И только один ученик потом ответил правильно. Этот день сегодня. Вот сегодня, 13 мая 2022 года, это день для признания в любви. Признание любви друг к другу, в школе. И, конечно, нашему дорогому, любимому и уважаемому учителю, наставнику и другу. И сегодня как-то удивительно, по-доброму, совпали два события. Это юбилей нашей школы, 105 лет, это хорошая дата, и наумовские дни, школьно-наумовские дни, которые мы всегда предваряем день рождения Рудольфа Александровича Наумова. И сегодня говорить о нем мне с высоты уже своего возраста и педагогического стажа, и нового статуса ветерана педагогического труда говорить совсем не сложно, просто, без пафоса, по-доброму и по-человечески. Итак, жил-был молодой учитель химии и биологии, и работал он в одной из школ города Буя. Работал добросовестно, его заметили. Поскольку в юности этот человек испытал военное и послевоенное лихолетие, очень много учился, служил в армии, очень много учился, и этим уже в молодости заслужил уважение. И вот 51 год назад этого молодого учителя химии и биологии назначают директором одной из сильнейших школ города и Северной железной дороги. И забегая немного вперед, хочу сказать, суждено было этому молодому учителю, а потом молодому директору, а потом мудрому директору стать заслуженным учителем Российской Федерации и получить высочайшую оценку за служение нашей Костромской земле. А когда в 60 лет закончилось его земное существование, это та самая школа, в которой он был 29 лет директором. Эта школа стала носить его имя. Вот так, очень просто, в несколько простых предложений я уложила заслуги этого замечательного человека перед нашей школой и перед нашим городом и образованием. Короля делает свита, а директора школы делает самый лучший коллектив в мире. И этот молодой, а потом уже мудрый директор, он всегда находил себе правильное место. То он во главе коллектива, то он в глубине всех событий, гуще всех событий. Полвека истории нашей 13-й связано с именем фамилии Наумова. Оно как добрый талисман, заряженный на удачу, добро и успех. И пусть будет так всегда в нашей 13-й. Я поздравляю с юбилеем нас всех, наших ветеранов, наших детей, наших педагогов, наших друзей. А у школы очень много друзей. И первая книга, которую мы выпустили ровно 5 лет назад, называлась «Друзья, прекрасен наш союз». И пусть так будет всегда. Спасибо вам большое. В адрес школы «Юбилярш» звучали видео поздравлений от выпускников и от присутствующих в зале гостей. Дорогие друзья, уважаемая Лариса Владимировна, уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, сотрудники школы, выпускники, ученики средней школы номер 13. От имени администрации города, от себя лично, я от всей души поздравляю вас с замечательным
105-летним юбилеем. На самом деле, очень замечательная дата, и уже 105 лет – это такая история, и эту историю школа жила вместе с историей нашей великой страны. Да, очень много этапов развития школы. Сначала школа была железнодорожная, сейчас эти границы стерлись, и в настоящее время школа номер 13 является одним из ведущих образовательных учреждений нашего города и занимает лидирующие позиции не только в образовательном процессе, но и в спортивной и культурной жизни нашего города. Огромное спасибо вам всем за то, что храните традиции, за то, что бережете нашу школу, вашу школу, нашу Куйскую замечательную школу 13-ю, что выпускаете замечательных выпускников, тысячи, сотни. За эту историю, за это время замечательных людей, замечательных граждан нашей великой страны вышли из стен 13-й школы. Конечно говоря, о вашей школе нельзя не вспомнить добрым словом тех, кто руководил школой в разное время. Добрым словом хочется почтить светлую память Рудольфа Александровича Наумова, который очень много в свое время сделал и для развития школы, и для развития города. Надежда Анатольевна Шмидт, она находится сегодня с нами. И слушая ее выступление, я понял, что она очень скучает по урокам истории. Да, Надежда Анатольевна? Но, тем не менее, я хочу сказать ей огромное спасибо и за ее работу в школе, и за то, что она сегодня не менее профессионально хранит историю нашего города. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с этим праздником, желаю школе развития, процветания, вот таких вот замечательных учеников, послушных, умных, творческих, талантливых, чтобы всегда в школе был вот такая, как сейчас говорят, движуха, креатив. Вот. С праздником, Лариса Владимировна, с праздником учителя, с праздником ветеранов. Еще раз, да. И, наверное, все-таки вот эта вот дата, 105 лет праздновали совсем недавно, прошло совсем немного времени, но вот заслуженную пятерку я готов поставить за все, что сделано в вашей школе. Спасибо огромное. Лариса Владимировна, я хочу вручить вам этот букет цветов. Приветственный адрес администрации города. Ну и в качестве подарка тот ремонт спортивного зала, который будет произведен в летний период этого года. Дорогие ветераны, уважаемые педагоги, уважаемые дети, ну вот из 105 лет я столько раз приходил на 1 сентября, что чувствую, где-то мой аттестат, наверное, затерялся уже в библиотеку сдан, ну ЕГЭ не ходил, не сдавал. Что в 13-й особенного? Школа стен, не самая новая школа, но качество знаний. Оно действительно высокое. Уровень спортивных достижений тоже на высоте. И вот этот дух творчества, когда дети не из-под палки, они сами занимаются, они приходят в школьный музей, они за ним играют в шахматы, придумывают программы, завоевывают гранты. Вот этот дух творчества, дух любознательности, он воспитан поколениями педагогов за эти 105 лет. И самое главное, что вот эти мальчишки и девчонки, они заразились этим духом любознательности. И я верю, что какой бы здесь мы юбилей не отмечали, 110 лет, 120 лет, каждый раз директор школы, выходя и поздравляя коллектив, отчитывалась о тех грантах, о тех призах, потому что это уже заложено в стенах школы, вот этот дух добросовестности, любознательности, любви к знаниям. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы создали эту школу, и не только стены, а именно дух школы, тягу и стремление к новым знаниям, любовь к родине. Поэтому огромное вам спасибо и низкий поклон учителя и ветеранам. За это. Дети, а вам нужно смело нести знамя, высоко знамя 13-й школы. У вас все получится.
с такими педагогами, с такими учителями у вас все получится. Поэтому хороших результатов ЕГЭ, новых достижений, новых грантов. А я сейчас хотел бы пригласить Ларису Владимировну, Надежду Анатольевну и Рому Валентину Егоровну. И в качестве оправдания, Дарья, вот меня тоже научили, что всегда лучший подарок – это книга, особенно, которую напишешь сам. Поэтому с юбилеем! Наумова обеспечивает качественное образование и входит в десятку лучших школ Костромской области по результатам государственной итоговой аттестации. Ежегодно ваши дети на городских, областных, всероссийских олимпиадах и конкурсах различного уровня побеждают, что показывает высокий уровень знаний, которые они получают в стенах 13-й школы. В школе созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учащихся. Внедряются современные образовательные технологии. Реализуются проекты. Школа номер 13 – это коллектив единомышленников. Педагогический коллектив отличает высокий профессионализм, преданность любимому делу, творческий подход к работе. Примите, уважаемые коллеги, слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд. И мы уверены, что где бы выпускники школы 13-й не были, они всегда прославят наш город, нашу школу, и достигают высоких результатов на всех уровнях работы. Успехов, удачи, благополучия, счастья, процветания и творчества мы желаем вам с юбилеем! Уважаемые педагоги, милые, любимые, всегда желанные выпускники, мудрые ветераны, ученики и тоже Буйский профсоюз вместе с вами разделяют это день рождения школы. И хочу пожелать в этот день нашей установки всем вам, в первую очередь, здоровья и мирного неба. Дорогие коллеги, я не оговорилась, коллеги, 105 лет в школе и 104 года Буйской правде. Сначала мы информационный повод создали школу, а потом, чтобы отражать и доводить до населения все ваши заслуги, все ваши достижения, была придумана газета. И теперь по жизни, в истории города тесно идут два учреждения. И школа, и газета. И чтобы дальше ваши достижения были отражены на страницах газеты, мы дарим от коллектива газеты «Буйская правда», коллективу всему, и ученикам, и учителям, всем подписку на газету «Буйская правда». Школе повезло и с учителями, и с учениками, и особенно повезло с руководством. Игорь Александрович уже говорил, что последние годы, вот мне лично посчастливилось работать с двумя руководителями, с Рудольфом Александровичем, с Надеждой Анатольевной. И я очень рада, что их эстафету приняла очень энергичная, очень обаятельная, деловая,
новый директор школы Смирнова Лариса Владимировна. И я очень надеюсь, что все ваши достижения, которые она сегодня перечислила, вы будете продолжать, приумножать, и все эти информационные поводы будете читать на страницах газеты. Спасибо вам большое! С экрана 13-ю поздравили ректор КГУ Александр Рудольфович Наумов и руководитель исполкома Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Анатольевич Душин. Учителя и ученики школы чествовали ветеранов педагогического труда и все вместе вспоминали и чтили память тех, кого уже с нами нет. Учащимися под руководством наставников и самими педагогами были подготовлены творческие выступления, так получился праздничный концерт. В нем приняла участие группа «Яблоневый цвет». Поскольку школа любимая, то рассказов может быть очень много. В школу я ходить, конечно, любила, мне там было интересно. Я, когда уехала, я очень скучала по своим учителям, я очень скучала по своим одноклассникам. И даже сегодня, когда вот 105-летний юбилей, я уже училась, закончила высшее образование, магистр музыкального искусства, все равно с трепетом смотришь на учителей, которые тебя учили. Вспоминаешь, какая ты была, когда ты была маленькая. И даже несмотря на то, что я уже выросла, учитель для меня все равно всегда остается учителем. А были ли любимые учителя? Любимые предметы? Конечно. Вы знаете, сейчас, оглядываясь назад и анализируя, я понимаю, что какие-то предметы были любимые, потому что просто были любимые учителя. Самое главное, что я хочу сказать, что нелюбимых учителей в школе у меня не было. Была одна самая любимая подружка, мы с ней все время после школы шли домой вместе, и даже у нас было такое место, так как ей нужно было идти чуть дальше, мы доходили с ней до серединки, чтобы попрощаться. В школе, не знаю, с ребятами жили всегда очень дружно, и я всегда с радостью вспоминаю школьные годы. Что бы сейчас хотели пожелать школе? Какой школе... бы ее хотели видеть сейчас? В школе, конечно, хотелось бы пожелать развития, благополучие и процветание, чтобы ученики дальше достигали каких-то высот, радовали своих учителей, были достойными учениками. Что еще в школе пожелать? Стабильности, наверное, уверенности в завтрашнем дне. Я думаю, это важно. Бывает, конечно, когда приезжаете? Обязательно и мимо школы проходим, и в школу заходим, потому что родные стены – это такая, знаете, ностальгия и радость. Детство. Это же детство, это. Ну, в детство всегда приятно возвращаться, да? Ну, это был ответственный момент в жизни Юлии, когда она училась в школе. Было стремление учиться хорошо, отлично. Очень много было различных занятий, которые помимо школы всегда присутствовали в жизни Юлии. Это дополнительное образование какие-то, кружки, занятия. Но школа всегда была на первом плане. Школа была на первом плане. Школа была любимая, школа, любимые учителя. Получилось так, что даже некоторые учителя у Юли были те, у которых я училась, вот, например, Ирина Валерьевна. В школе от всей души желаем роста, профессионального роста, успехов, здоровья всем учителям, ученикам, родителям. Чтобы все хлопоты, которые в жизни родителей, учеников, учителей бывают, чтобы они все были оправданы, и чтобы у детей в жизни все сложилось самым лучшим для них образом. Потому что и учителя, и родители, это, конечно же, отдают всю душу, все свое старание, умение для учеников, для детей. Поэтому хочется, чтобы ученики пожелать, чтобы ученики оставались всегда благодарными, помнили школу, любили, потому что это детство. Это детство, и никогда это вот та часть жизни, которая навсегда остается в нашем сердце, не в нашей душе. Не повторяется такое никогда. Да. Спасибо. Хочется вам огромное. Да, закончить словами из песни, что не повторяется такое никогда. Впереди новый юбилей, по пути к которому школу вновь ждет много значимых событий. Мама моя здесь тоже работает в этой школе, то есть, ну, какая-то часть жизни с ней, в общем, есть. Вот. И могу пожелать другим, получается, тем, кто будет выпускаться из школы, чтобы они достойно закончили свой учебный год и поступили на те, в те направления, в которые они хотят. Поздравьте вашу школу.
Я поздравляю нашу школу с юбилеем и хочу пожелать ей от чистого сердца всего самого лучшего. И я хотела бы пожелать своей любимой школе, чтобы она только процветала, развивалась, и чтобы она становилась только лучше. Я выпускник 13-й школы 1990 года. Хочу поздравить свою любимую школу с таким прекрасным юбилеем. Пожелать ей хороших, успешных учеников, мудрых и спокойных родителей, удачи в новых делах, продолжения наших хороших и добрых старых дел, процветания, успехов, оптимизма и веры в светлое будущее. 105-летний юбилей. Мы рады, что в нашем зале собралось столько много народу. Это выпускники наши, ученики, ветераны педагогического труда, почетные гости. Школе хочется пожелать процветания, успехов, и чтобы все наши выпускники с гордостью носили звание «Выпускник школы номер 13».